как снимать видео с велосипеда. И если у вас есть экшн-камера, ну, я имею в виду снимать видео с экшн-камерой. Например, у меня экшн-камера Xiaomi Mi, единственный плюс — это вот эта резьба, то, что на нее можно одеть эту камеру. Вот, для этого вам понадобится вот такая штука, чтобы одеть ее на велосипед. Значит, где эту штуку можно взять? Лично у меня она оказалась от точилки. Да, именно там была такая резьба. Вот. Но она, как видите, подошла к самой камере, она отлично одевается. И без проблем можно одеть на велосипед. И вот эту фигню вставляете в... Ну, на велосипед прикрепляете, и вот, пожалуйста. Ну вот, посмотрите, короче, какое видео получается... Такое прикольное видео. Но если я вам немного помог чем-то, то обязательно подписываемся на канал и ставим лайки. Всем пока!